Эй! Эй! Есть там кто? Наверное, это и есть проход. Черт! Что это за символы? Что я делаю? О, Боже, это безумие. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Традиционная... Тут нужно чем-то взломать. Тут нужно чем-то взломать. Сэмми? Она поднимается в гору. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Лара, ты жива? Сэмми...
Слава богу. Сюрприз. Все нормально, он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. Ну, хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор... Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Сэмми с вами? Она с тобой была? Она была здесь, с этим Матиасом. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой навстречу Роту, а остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Сиди здесь. Я на разведку. Ладно. Неплохо.
Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. Лара! Сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. Поднимайся на холм! Ищи большие ворота! Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. Несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт! Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется? Невероятно. Поклонники. Аматерасу? Возможно, возможно. Но почему выжившие стали поклоняться древней японской богине солнца? Но надо найти еще. Нужно найти еще. У Лары кризис самооценки.
это будет пандусом. Думаю, можно поднять повыше. Нужно еще чуть-чуть. Ugh.
теперь как быть? Эту ткань легко зажечь. Не выйдет. Пока бесполезно.
Не выйдет. Пока бесполезно. Не выйдет. Пока бесполезно. Не выйдет. Thank you.
Пока бесполезно.